Всем доброе утро. Сейчас, так как сейчас утро, мы будем готовить бутерброды на завтрак. Для того, чтобы мне приготовить бутерброды на завтрак, я взяла молочный батон. Ну, можно брать какой угодно. И, значит, это батон у меня, а вот начинка будет такая. У меня грамм 70, наверное, ветчины. Варено-копченые несколько колясиков. Сыра грамм 100. И помидорки, 5 штучек у небольших, и также зелень, и ложка майонеза мне потребуется. Сейчас я это все буду мелко измельчать. Как видите, я так быстро очень приготовила начинку. Теперь я укладываю ее на бутерброды. Мне очень-очень-очень нравятся эти бутерброды. Я их готовлю уже не знаю сколько, десяток лет. Стол гостям всегда как закуску ставила, и как бутербродики можно перекусить. Всю начинку я распределила по вот этим кусочкам, потому что мне нравится, когда много вот этой вот начиночки. И сейчас я буду ставить это в разогретую духовку, держать минут 5-7, ну тоже зависит от духовки. Бутерброды приготовились. Вот такие они симпатичные. И аппетитные. Очень горячие еще. А мне остается пожелать всем приятного аппетита. До новых встреч. Увидимся. Всем пока.